попила кого-нибудь. Настя! Настя! Есть здесь девушка. Ну, слава богу, где пропадала матушка? В голове-то все вздор. Нет, чтобы подумать. Посылала ли ты Маршал Демо? Посылала, тетушка. Ну, что Машеньке на палате? Готова, тетушка. Отчего ж не несут? Знаете, тетушка, говорят, что для этого... Что ты молчишь? Без денег, тетушка, не отдают. Мы это без того не продолжим. Матушка, грубить на что не хочешь? Вот благодарность-то сироту круглую взяла к себе в дом. Одевай, она мне еще холодно. Нет, милая, смываться я не опасна. Что? Сухарик принесли. Thank you.
Вы понимаете, я Золотников, откупщик, человек разбогатевший, поэтому речь моя немножко резка. Но вас принимаю искреннее участие. Представьте ведь, специально из Казани приехал, чтобы сделать вам предложение. Вы? А нет, вы не подумайте, что я о себе говорю. Во-первых, мне уже 50. Во-вторых, физиономия моя неказиста. Ну, а в-третьих, у меня жена в том поле сидит. Нет, женить-то я хотел бы как раз сына. И если всю правду говорить, то женить бы мне его хотелось именно на вас. Ну, если вы, конечно, никого не любите. Вы никого не любите? По правде скажите. Никого. Вы не любите никого. Сын у меня добрый, сердце у него нежное. Только дайте мне слово наперед, что не будете прочь моего предложения. Послушайте, слово не шутка. Давши слово, нужно его держать. Я вашего сына не знаю вовсе. Да я вас скоро познакомлю, он здесь, в гостиной дожидается. О, это хозяйка? О, как переменилась. Раньше Талия была в рюмочку, а теперь, дай бог. Талия Семеновна! Талия Семеновна! Талия Семеновна! Узнаете ли вы меня? Виноват! Да, Дарья Семеновна, но вы припомните хорошенько-то, а? Дарья Семеновна. Ой, позвольте, нет, не могу. А скажите, Дарья Семеновна, вы на фортепиано еще играете? Ой, мальчика, да куда ж мне? А я помню здесь. В 19-м годе в Казани, а? Ой, Василий Петрович. О, много грешки. Вот и другой человек стал. Тут раньше ничего не было, теперь полно. Тут темно было, теперь белым бело. Да, Дарья Семеновна, не узнались. Ой, вот Бог берет, свидится. Так ли я вам, батюшка, стара отношусь, как вы мне. Я слышала, вы разбогатели, страшно. А, вскоре, дайте мне, вскоре. Как вы меня тогда, ну, отказали мне. Ну, я ударился в дела, в торги. Вот, на беду свою разбогател. Да, отчаяние и жилье. Стоязда, верно. А сюда какими судьбами? А вот книжки у меня здесь какие есть. Сына привез. А много ли у вас детей? Один сын всего лишь. Жена? Нет, кто-то. Прошу покорнейше садиться. Благодарю. А, Настенька, посмотри, все ли свечи зажжены в гостиной? Садитесь, пожалуйста. А как здесь? Мы говорили. Так о сыне. Женить хочу. А будьте осторожны, Василий Петрович. В Петербурге все девушки хороши. А вот как только вы тут замуж, сразу видно, что воспитание не то. Вовсе не то. Вот у меня дочка. Так я могу похвастаться. Да, да, я только что разговаривала с ней. И ты нет. Вы разговариваете с племянницей, сиротой. Я держу ее. Да, вот!
что не день, то влюблен. И это хорошо бы ради там шалости, а то ведь в Тамбове прошлым летом жениться да, на интриганке какой-то. Да и слава богу, какой-то гусар подвернулся, а то бы я с ними наплавался. Да вот я, значит, я нашу махавшую тихненько. Значит, прямо к вам, Дарья Семеновна, да вы не откажете по старой памяти добрым советом. Да и у вас, я слышал, дочь имеется. Вот если бы дети наши познакомились, полюбились. Уж не вы, Дарья Семеновна, только дети наши, а? Ой, что ж старая эта старина? Ой, да, конечно, назад не воротишь. Дайте ручку поцеловать. С удовольствием. Ой, рука-то ой, Дарья Семеновна, да вы никак табак не любите. А для вас, Василий Петрович? Сейчас, мой ангел, я вам сейчас ее приведу, только не будьте слишком строги. Да, Туреночка, меня не узнала. Вот пред тебе, Василий Петрович, наука будет. 30 лет! Вспоминал ее, воображая прежней красавицы, и... Черт, меня дернул сюда прийти. Вот право, хуже оплеухи, чем не видавши 30 лет, найти в развалинах старухи любви восторженный причин. Эх, Даша, прежние годочки тобой встречались в моих тогда принюхала цветочки. Теперь ты нюхаешь табак. Батюшка! 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 Батюшка, батюшка, батюшка! Батюшка, я согласен, но будь по-твоему, я женюсь на ней, но она мне нравится, очень нравится, я доволен, я рад, я счастлив, буду получен, батюшка, обними меня. Да подожди ты! Нет, обними меня. Да, выслушай. Нет, обними меня, вот так, еще раз. Конечно, решено, я женюсь на ней, именно на ней, не на ком другом, а на ней. Вот придумал, вот отец. Пашка, обними меня еще раз. Да выслушайте в конце концов! Глаза, талия, волосы. Какой характер тебе видно, Пашка. Благослови! Да отвяжись ты! Не она это, ошиблись мы! Не она это! Как не она? Да, не она! Она, она! Я ошибся! Это не она! Ты думаешь, я тут с дочкой разговариваю? Так это вовсе не дочь. Ну да, с дочерью. Не с дочь, это вовсе. Вовсе не дочь, я говорю. Это племянница. Да, это племянница. Да хоть бы дядя она была. Да, наконец. Куда ты женюсь? Да я бы тебя прочил. Да я бы отцовский закон. Да я бы тебя прочил другую. Да. Нет, вон отцовский закон. Я не хочу другую. Тихо, 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 тихо. Пусть я липну, скажи, что где шли. Да ты хоть посмотри. И глядеть не хочу. Саша, так это... И моя Машенька, Василий Петрович. Прошу видеть, да жаловать. Держись в примере. Она у меня застенчива. Присядь хорошенько. Вы ее извините, Василий Петрович. Она у меня девушка не светская. Все за рукоделием, да за книгами. Нет, я ей говорю, что ты, Машенька, в свои лето в глазок. Твои лето удовольствие искать, веселиться. А она мне говорит, нет, маменька, не хочу я ваших светских удовольствий. Что в них? Женское дело не танцевать и не кокетничать. Быть доброй супругой, нежной матерью.
Маменька, я уйду. А, помните, я ей все хозяйство в лавке отдала. Пускай привлекает. А в свободное время музыкой занимается, рисованием. Где пишет головка? Ты кончила без учителя этого. А Попона Вильпик Дерзкого. Ты забыла. Маменька, вы мне надоели. Сударыня, сударыня, а вот сынок мой. Алиса, не хочу. Очень приятно познакомиться. Вы в первый раз пожаловали к нам в Петербург. Да. А долго ли думаете здесь оставаться? Нет. А чего это? Так. Маменька, ваши вопросы очень нескромны. И, может быть, неприятно. Да где же мне уметь говорить с молодыми? Это твое дело занимать молодых людей. Пойдемте, Василий Петрович. Столько лет не виделись. Есть о чем поговорить. Пускай познакомятся без нас посвободнее. А ты, мужчина, похозяйничай здесь без меня. Пора привыкать. Нынче в девушках, а завтра сама будешь жить тонком. Все мой Господний. Не забудь 2 миллиона. Девушка.